Друзья, здравствуйте, доброе утро. Сегодня находимся на ярмарке декоративных птиц, город Кропоткин, Краснодарский край, улица Речная, 6. Есть группа на WhatsApp, подписывайтесь. Пишите мне на WhatsApp по номеру телефона 8-928-231-6107. Добавлю в группу в WhatsApp. Там обмен опытом, помощь, советы, продажа, покупка. Группа платная, 25 рублей в месяц. Милости просим. Идем смотреть, что сегодня у нас тут представлено. Это уже часть вторая. Кто не видел первую, обязательно посмотрите. Так, куда? Влево, вправо. Жара, видите, места много свободного, не все приехали еще. Так что будем довольствоваться тем, что есть. Какую цену ожерелье? По 15. Вот, пожалуйста, тут 15 дешевле. Сливоголовые какую цену? Это Бернард. Бернард, да. Брюки. Фу, я оговорился, да. Сколько стоит? 40 пара. 40 пара. Почем перчи? Кто знает? 6 пара, да. 6 пара. Да. А вот это перура? Перура. По 15, 30 пара. Перура по 15. Перура, да. Волнистые 300? 300. 300 пара? А десяток пара. Десяток. Штука, да. А эти? 300 рублей штука. Это вот они краску так ободрали, да? Да, да. О, да, они что ты, сетку все съедали. Ага. Так, морские свинки? Это боевые. По 300, да? По 300 рублей. Да, да, они вообще. В какую цену такие красивые неразлучники у вас? 1700. 1700, да? Да. А вот эти? 1700. Эти 1700, а эти 1700. Да. Все, ясно. По 1000 рублей. Эти сколько? По 1000 рублей. 1000, да? А это не разлучники? Да. Да. Какой красивый ты вообще. Так вы их продаете или прячете? Уже продано. А, продано уже. Все, друзья. Спасибо, что хоть показали. У меня красного не видно. Волнистые в какую цену? Полторы. Полторы. Это полукровка, да? Да. Красивый. Большой, большой ассортимент корма, зерна разного. Ценника нету. Хозяин куда-то на пересменку ушел. Ну, давайте так посмотрим, что есть вообще. Это, наверное, для голубей. Это сафрон. Веничи. Рис. Такой вещь. Созерцаю вот тут. А вот что-то продали уже, да? Здравствуйте. Это секрет, что здесь. Здесь вот пингвины, то ли утки, такие интересные. Вертикально ходит утка. Вот там малыши. Друзья, кто просил капканы на лису, на хорька, на бобра? На крысу, на кошку, на собаку, на соседку. Сейчас продиктую номер телефона. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотрели ваши ловушки, попросили номер. И сказали, ну, мы беседовали, отправка, не отправка. Говорю, надо, вы позвоните человеку, если сможет, куда-то отправить, да? Ну, смотря, да, куда ехать. Понятно. Вы продиктуйте номер вот этих, ну, свой номер телефона, там пусть созвонит. 8-918. 8-918-16-16-40-427. Друзья, вот кто просил, я все выполнил, как обещал. Все, красота здесь. Да, да,
Я вот сам уже об этом думал. Бабки люди. Много кроликов хороших, породистых. Смотрите, красота какая. Тоже хозяин куда-то убежал. Есть хозяин, есть. Какую цену ваши крольчата, вот эти коричневые? Такие 350, 400. 350, 400, да? Это вот постарше уже, да? Почем они? Да, тут в районе полутора. Полутора. А вот эти серенькие? Тоже полторы. Полторы. Все, класс. Волнистики по 350. Курочки, не знаю, сколько стоят. Идем дальше. А почем ваши канарейки? 3,5. Самцы, да? Да. Самцы, 3,5. Поющий кеннер, 3,500. В какую цену ваши нутрии? 500. 500 рублей. А возраст какой у нее? 3 месяца. 3 месяца, 500 рублей. Вот, пожалуйста. Ухоженные, чистые, классные. Здесь вот птички покрупнее уже, видите, тут много разных их. Хозяин отошел, неизвестно, что почем, идем дальше. Мальчики или девочки, непонятно, кто это. Сейчас найдем хозяина. Судя по всему, девчонки, раз так сидят, скучно, в куче. Тут прям ассорти. О, за неделю до... Без щеки в какую цену? Кто продавец? Карелы без щеки, цена 3000 рублей оптом. 3000 оптом. А у вас что интересное есть сегодня? А у нас вот волнистые попугайчики, бернарды. А там что-то спрятали? Да, там? Я спрятал. Спрятал. Типа себе купил. Эти почем зелеными красками? Эти по 350 рублей. 350. А эти товарищи? Эти 35 рублей пара, это 28 рублей пара, это певчие 5 рублей так, пара. Певчие 5 пара. Эти? 28 тысяч пара. По традиции номер телефона скажите. 8-918-470-9308. Иван. Иван. Всех, пользуясь случаем, поздравляю с праздником День военно-морского флота. Друзья, всех с праздником. И всех сочувствую. А тут такая красота. Я в моей тарелке в 4 утра уехали. По-видимому, вот эта жара была, сейчас завтра, как мы сегодня найдем. А, я сейчас пойду на пару лет. Я знаю, что это? Вот такой хмель, вот он направил. Там у него и дом, и я забыл про него. Мешок приготовил. И... Там уже мозаичная канарейка есть. Молодые, бледные. Руки на перчатки одевать. Ну там вот, тут вот смотрим, канарейка 1200. У нас по 120. А? У нас по 120 получается. А там у того, у этого, мы будем покупать. Вот
по 1900 килограмм. Это дорого. Ну, 2000 килограмм, да, это не сладко. А какую цену таким цветом вот канарейки? Две самочки, две. Самочки по 2000. А это вот самцы для этих самок. Сколько самцы стоят? 3500. Бледноголовая, в какую цену? Бледноголовая 6. Рубиновый 6. И внизу? А, тоже рубиновый 6, да? А я тут занимаюсь. А крысы почем? По 200. Ух ты! Головы. Что, ты напился уже? Вылазь. Да дай, блядь, жертвоприношение петуха съесть. Кстати, больше всех жрет. Он вас объедает, вы заметили? Еще цыплятки тут разные. Прям малыши есть. Почем такой большой петух у вас? Полторы. Я тут точно так и не скажу. Я просто думаю, выход такой ранний. А в какую цену такие малыши? От 80. Вот чем больше берешь, тем... Да, Миш? А? Маленький, от 80? Да нет. 800. 80. Ну, 800. Ну, вот, от 800. От 800, да. Вы говорили. Да. А почем у вас голуби вот эти? От 500 рублей и выше. От 500 и выше. О, корелы. Здрасте. В какую цену петухи большие? Ну, по полторы. По полторы, да? Есть курочки. А почем у вас эти курочки белые? 700 рублей. 700? Кроликов сегодня много. В какую цену вот эти крольчата? 400 рублей. А возраст какой у них уже? Полтора месяца. 400. Вот такие вот будут вырастать большие. А что за порода это? Шиншилла, да? Ух ты, у меня у деда была шиншилла, если это она, то это хорошо. А голова, по-моему, для шиншиллы велика. И уши тоже велики для шиншиллы, вроде бы. Прошлогодний год. Нет, вот, вот. Люди спрашивают, а где должен орать? А ты пасть показывай, вот он стоит. А в какую цену рисовые? Штука. 1001? На сколько? Может, все вместе с клеткой. Вот, друзья, 1000 рублей птичка. Капец. Юр, ты хоть погони вот так, блядь. Ага. Я не погони, чтобы они не... ночью не спят. Чтоб не спали они. Я походу сейчас снимаю их пузыры. Ага. Лысые какие-то. Здрасте. Тебе нужна лысая? Подскажите цену на эту птицу. 45, Юра. 45, да? Как правильно называется? А? Как правильно называется?
Вот это? Да. Королевский. Королевский попугай. Да, вот он крупный, большой. Он так и называется. Не меньше, не больше. Все понял. Спасибо. Друзья, мой обзор подошел к концу. Благодарю всех за внимание. У кого есть вопросы, пишите в комментариях. Может, в следующий раз кому-то надо что-то посмотреть, озвучить цену, озвучить номер телефона. Переходите на Яндекс.Дзен, заходите на WhatsApp-группу. В общем, такие вот дела. Всего всем хорошего, до свидания, до скорых встреч. Thank you.